როგორ დავაარსე საქველმოქმედო ფონდი საქართველოში. ასეთი მთელ პოსტ საბჭოთა სივრცეში არ მოიძებნება. ქართველებს შეუძლიათ ამეთი ამაყო. ჩვენ ეს გავაკეთეთ. საკუთარ თავს ამ საქმეში მნიშვნელოვან პერსონად არ ვთვლი. ადამიანების სულები გამოვაყვიძე. დაახლოებით 100,000 მუდმივი ქველმოქმედი გვყავს. თანაც ისეთი ადამიანები, რომლებსაც დიდი შემოსავალი არ აქვთ. ძირითადად მდიდარი ადამიანები ფულს იშვიათად გვაძლევენ. დიახ, მაინც ჩვენ აგრძნობებით ცხოვრობენ. არ ვიცი, ამაზე შეჩერება არ მინდა. მაშასე. Урадгабис мигцевас меня привлекали многие все они президентები президент მათი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები განსაკუთრებით იანუკოვიჩის დროიდან გამოდმებით ცდილობდნენ ჩავეთრიო კუჩმას დროიდანაც ცდილობდნენ დანაშაულებრივ ქმედებებში ჩავეთრიო მელობაშიც კი и даже однажды Украинის უსაფრთხოების სამსახურმა ასეთი ხერხი გამოიყენა. ჩემთან ახალგაზრდა თანამშრომელი მოვიდა. კაპიტანი თუ ვიღაც. მითხრა, რომ ბანკს განაგებს. მან შემომთავაზა ერთი, როგორ მაწუხებდა. ერთი საშინელი ბანდიტის მკვლელობა, რომელსაც ჩემი შევიწროვება უნდოდა. ჩემზე გავლენის მოხდენა პირველი დღიდან უნდოდათ, როგორც კი ბიზნესით დავკავდი. Мы к ямит 41 წლის ასაკში დავკავდი. ასე რომ თუ 50 წლის არ ხარ. Нет, 50 вперёд. Машин цих миллиардების საშობელი. Проблема არ არის. Вот дуплиси цамет და ყველაფერი სწორად გააკეთეთ. Патиоснат. И будут деньги. Пулиц და ყველაფერი წეკლებათ. თუმცა ფული არაფერია. მაგრამ ამას იმ ადამიანს როგორ აუხსნი, რომელსაც ფული არ აქვს. Слава власть. Дидеба ხელისუფლება ფული. ეს ყველაფერი ადამიანს იზიდავს. Это не от Бога. Вот такие дела. Но если у тебя есть способность... Но если у тебя есть способность... Украина же чем на этой бизнесмене цота его. А раз дрос. Арцерт Мтавробастан армии Мушавия. Я рассказывал вам историю... И сам бабил, как мог их обидеть, что Лазаренком кабинет, чем мимицуя. В кабинет... Адре, а раз дрос венахи. Да меня раньше не видел. Ман Митхра, гони карги бичихар. Ну ты вроде хороший парень. Моди Украина эртат гавдзарцвот. Месте посчитаем. Да румелигац обшори сангаришис номери мобца. И дал мне счет. Какого-то ашора. Чуэн айван зе гаведит. Мы вышли на балкон. Премьер-министрепс Диди Айвнебиат. Большой балкон у премьер-министров. Там все сидели. Азаров и Даданарченеби. И я так испугался. Амангаришис Залиан Шемешинда. Меня втягивали постоянно в разные радости. Они были очень интересны. Залиан Мимзидвели. Лазарин Костюс, министр по кабинету с Дадгани Лебаши Пулером Гадами Хада, нахевар миллиард долларов у проблем от Вишовиди. Полмиллиарда бы я долларов работал без проблем, потому что оно обязывало госструктуры, дальше мы еще рассказывали, что-то делать. Неплохое, нехорошее, но в моих интересах. В общем-то, моих. Клиенобаше чем с интересом. Да, так вот пришел, говорит, давай я бандиты, чем с магазинами диода, румлебец, бравлад мукунда. Банкшец модиода. Банк приходил, уставил скандалы. Чуэн с клиентеб сашинебда. Хватал наших клиентов, трусили, вот, чтобы они боялись приходить к моей точке заработка денег. Моди, армахзорс, орито шведия таси доллари сценацлот. Мис тавс могит. Я тебе принесу его голову. Я уверен, что он бы его асец мой кциода, маграм. Асэвэ имашит свэр дарц муне були ром амис шемдег. Что шантажи дайц кэбуда. После этого начался бы шантаж. Да моми цэвда. Мне пришлось бы работать, кто-то его прислал. Исвигацам гамок завна. Президент Магамок Завна. Ту миси администрации из Хелмхолеба. Глава его администрации. Ан Винме. Савраудот Винме. Примерно кто-то. Да? Икнаш Может, Винме бизнесмен. Липовый. Тру бизнесмен Маромелиц. Энергетики с объекта без эксплуатации Асахлиц. Взять меня Анк идев схвара. Себе под крышу. Чем им парбели гахтебода. Да, так было. Я хаза икнебода. Я уверен. Дарц мне буливар. Соблазн был всегда. Залиян дидит стунеба иго маграм. Амит арастрос мисаргеблия. Бог спас. Вот в тот момент, когда тот самый проповедник рассказал мне о Боге и о том, что надо на него уповать, и все будет хорошо. У меня в голове все перевернулось. И я начал работать с Богом.
Вот так вот. Асе дацурилебит. Предметно. То есть я практически практикулат шеотквит эцедвебис чадена. Грешные поступки. Ашкарацодвебис. Да. Сегодня я Дрес мерогорц Израилис квела махма мокалаке. Израильтяне. Беври схода сва кадагеба мовисмине. Слушал много разных проповедей. Да зоги ерти мадгани. Некоторые касались их жизни. И которая будет там, наверху. Зецаши. Честно говоря, такое не очень воспринимается. Умные очень люди. Залиянч уяни халхи. Говорят очень правильные вещи. Но как только это начинает касаться мира душ. Не знаю. Арбитс. Я не совсем понимаю. Этому, я не понимаю, как это все может быть реализовано Богом. Единственное, что я точно знаю, что, конечно, Радкмаунда упалц. У Бога нет лица и создан да, чуен мис хатат дамсгавса двард шекмили. Это я тоже знаю. Эсет аси процентит вици. Я ощутил себе все заповеди, которые есть в Библии от Бога, которые получил Моисей лично от Господа. Он единственный, кто с ним разговаривал и видел его в виде столба огня, который упирался, конечно, куда? Не в небо. Гмертистуис цара себопс. Вечно. Усасрулобас. Ведь Эйнштейн открыл Эйнштейн нам удидеси канони агмуачина. Великий закон о том, что нет цивцес. У пространства Сазгуреби. Границ. Арабс. А поскольку Давина Бог живой, упали это по-христиански и по-еврейски, как хотите. Рогорцксурт. То, конечно, мои знания позволяют сделать вывод о том, что, но как может быть лицом по сущности, живой, душой и сердце, лицо, если он владычествует над бесконечностью.